That one night to make a little round, I met little Sadie and I shot her down. Went back home, jumped into bed, 44 pistol under my head. I woke up in the morning about 9:30. A hacks in the buggy standing in by. Chance and gamblers standing around, taking little Sadie to her burial. Ненавижу все это. Расскажи еще. Твой старик реально достал меня сегодня. А что случилось? Очередная большая лекция о моих патрулях. Не ходи туда, не ходи сюда. Это забавно, его мандраж каждый раз, когда ты планируешь куда-то выйти. Да уж. Она неплохо проводит время. Я даю вам, ребята, 2 недели, пока вы не вернетесь вместе. Да ничего не будет. Она типа что-то сказала тебе? Уложись в неделю. Элли! Эй! Ты чего торчишь на одном месте? Но я же здесь, нет? Дина? Джесси? Пойдем. И не забудь отдохнуть, мы отправляемся с первыми лучами. Есть, сэр. Блин, ну ты и хрен. Да ладно, не начинай. Хорошо, у меня есть очень серьезный вопрос для тебя. Насколько сильно от меня пахнет? Как горящая свалка? Оу. Ладно. А вот так? Жуть какая. Да ты обожаешь это. Парни в этой комнате прямо уставились на тебя сейчас. Может быть, они смотрят на тебя? Нет. Может, они ревнуют? Да я просто девчонка. Какая уж тут угроза? О, Элли. Я думаю, им стоит быть в ужасе из-за тебя. Ублюдок. Вот дерьмо.
Пожалуйста, не делайте этого. Нет. Вот что я тебе скажу. О, пожалуйста, нет. Господи Иисусе. Рассредоточьтесь. Блин. Она пошла в траву. Будь внимательней. Итан. Что? Волк. Она прошла здесь. Черт возьми. Следы спутаны. Вперед. Ты крыса! Сукин сын! Итан! Я ее вижу.
Ты знаешь, это священная земля. Видишь? Я говорила. Они должны быть в ужасе. プレイステーション